В этом году цикл интерактивных мероприятий по гуманитарным, естественным и техническим наукам пройдет не только в формате лекций отраслевых специалистов, но и в виде практических мастер-классов, научные точки, лаборатории и кейс-игры. Мы задействуем деятельность студенческих научных кружков. Предполагается тоже к этому большому мероприятию, ко Дню российской науки, фестиваль студенческой науки. Уже он носит название «Территория знаний». И поэтому мы хотим уже углубиться в разные направления и показать, что они бывают очень интересны, и расширить формат такой и образовательный, и познавательный, и проектный. Программа будет рассчитана так, что каждый научный блок будет повторяться несколько раз за день с определенной периодичностью. Поэтому студенты из разных институтов смогут пройти интересующих интерактив. Для удобства работы во время пандемии есть предварительная регистрация, где желающие могут записаться и принять участие в работе всех площадок. Параллельно с этим в малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» пройдет марафон «Наука будущего» от Российского общества знания. В рамках марафона выступят представители региона, Министерства образования, исследователи, представители технологических компаний и молодые ученые. Мероприятие включает лекции, дискуссии, презентации научных проектов и будет проходить в офлайн-режиме с трансляцией в социальные сети. Таким образом, в этом году День российской науки пройдет в более масштабном формате. Шахерезада Курбанова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.